他不给看了看。Я привез стройматериалы. Здорово! Выгружай! Как же мы все это соберем? Привет, принцессы! Вам нужна помощь? Очень нужна! Ты уже слышала? В лесу будет кафе. Давай его строить! Я делаю первый этаж. Что это ты делаешь? София, это витрина, где будут стоять вот такие пирожные. А это что, телефон? Да, вы же будете принимать заказы и бронировать столики. А это... кассовый аппарат. София, пора посадить цветы. Я люблю цветы. А я начинаю возводить стены. Чтобы пирожные не обветрились, нужно витрину закрыть стеклом. А это что? А это дверь. На ней написано «Open». Это значит «открыто». Над дверью будет арка. Я сервировала стол. А я сделала цветочные горшки. Я несу кофемашину. Давай поможем тебе ее установить. Наше кафе открыто! Здравствуйте! Кто сказал кафе открыто? Мы сказали! Что вы хотите купить? Ух ты! Я хочу капкейк со взбитыми сливками и банановое пирожное. У вас есть банановое пирожное? Подождите секундочку. Что у нас в ящичке? Только...
только вишни, а банана нет. Не переживай, Эмбер. Здесь недалеко есть английский магазин. Там продают бананы. А как будет банан по-английски? Давайте узнаем вместе. Для этого нужно внимательно посмотреть один мультфильм. Fruit mix. Фруктовый салат. This is a tractor. Это трактор. The tractor has brought fruit. Трактор привез фрукты. And this is a dumper truck. А это самосвал. He's brought a plate, a knife, and a chopping board. Он привез тарелку, нож и доску. Let's cut the fruit. Давай резать фрукты. Banana. Банан. Watermelon. Арбуз. Grapes. Виноград. Orange. Апельсин. Lemon. Лимон. Pear. Груша. Kiwi. Kiwi. Cherry. И вишня. We've made a fruit salad. У нас получился фруктовый салат. Вы поняли, как будет банан по-английски? Да! Банана! Правильно! Иди за ним в магазин! Магазин! Это магазин? Hello! Банана!
fruit and banana. Bananas. А сколько они стоят? 100. Да, возьмите. Если вам в кафе будет чего-то не хватать, вы всегда можете сходить в английский магазин. А тебе нравится учить английский язык? Приходи к нам снова на канал «Английский детям». Будем учить иностранные языки вместе. Пока!